Доброго времени суток, с вами Даниил Добро. Сегодня я продемонстрирую, как создать загрузочную флешку на операционной системе Linux, AMX и другой Debian производной системе, в том числе Ubuntu. Для начала нужно убедиться, что файловая система на флешке FAT32. Через программу grabpartet можно сменить файловую систему. Делается это таким образом. Нажимается и форматировать в FAT32, если у вас стоит не FAT32, а какая-то другая. После того, как мы это все сделали, переходим в программу. Называется она Unity Booting. Также есть еще на Windows, можно ее скачать. Выбираем ISO-образ. Вот я нашел нужный мне ISO-образ, Sparky Linux. Открываю. Вот у нас стоит флешка USB Drivers. Вот она, видите, названия совпадают. Можно убедиться, что это точно та флешка. И после этого можно, конечно, еще выделить несколько мегабайт. Допустим, пусть у нас будет 500. Но это не обязательно. И после этого нажимаем ОК. Соглашаемся. Я перевожу для вас ошибку. Сначала необходимо подключить USB накопитель к точке монтирования. Как это сделать? Заходим в проводник. Вот она, флешечка. Мы ее подключили, ремонтировали. И теперь пробуем еще раз. Все, установка пошла. В зависимости от размера Linux и скорости флешки, создание загрузочной флешки может отличаться. Вот и все. Создание загрузочной флешки завершено. Буквально за 10, по-моему, минут получилось все это сделать. Образ весил 1,2 гигабайта. Эта программа работает хорошо только с ISO-образами, так что после этого эту флешку можно будет ставить в любой компьютер и запустить данную операционную систему. Нажимаем Exit и все. Чтобы убедиться, что что-то произошло, мы заходим опять в проводник. Там мы сейчас зайдем на эту флешку, там будет видно, что там появились файлы. Вот файлы запуска. Подобным образом делается все и на Windows. Причем на Windows есть еще более интересная программа, называется Rufus. Ее я и рекомендую использовать на Windows, так как она делает это быстро, и также ее следует установить, потому что данная программа еще позволяет форматировать флешки, если вдруг стандартные средства Windows по какой-то причине не хотят отформатировать в нужную вам файловую систему или возникли какие-то проблемы с этим, то та программа восстановит флешку еще. Конечно, кто-то считает, что она может испортить флешку, но в моей практике такого ни разу не было. Эту флешку я на нее уже ставлю, наверное, 10-й Linux, и она все еще работает. Причем разными программами. Также еще есть поддон от Fedora, который специально для Linux Fedora создана. На их официальном сайте можно ссылку на программу Unibition для Linux я оставлю в описании. Также я ссылку оставлю на Rufus. Все ссылки будут в описании. На этом я заканчиваю свое видео. Если вам понравился данный видеообзор данной программы, вам удалось создать загрузочную флешку, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также посмотрите ссылочки. Там есть ссылочки на мои сообщества. До встречи в следующих видео.